ходе своего визита в Старицу губернатор Горудыня также проинспектировал строительство нового детского сада. За ходом работ вместе с главой региона проследила и наша съемочная группа. Строительство детского сада «Яслей» началось в этом году. Учреждение рассчитано на 150 дошкольных мест, в том числе планируется открыть и две ясельные группы. В настоящее время завершено строительство первого и второго этажей здания, выполнена прокладка инженерных сетей, ведется строительство модульной газовой котельной. На следующей неделе уже будем делать кровлю, ну и переходить на внутренние работы, на штукатурные работы. Все коммуникации проведены к данному объекту, и газ, и вода, и водоотведение сделано. На следующей неделе приступаем уже к благоустройству. То есть у нас окончание контракта данного объекта 25 ноября. Работы осуществляются в соответствии с графиком, и губернатор высоко оценил ход их выполнения. Объем средств, предусмотренных в рамках адресной инвестиционной программы на строительство этого объекта, составляет около 140 миллионов рублей. Всего в 2019-2021 годах в Тверской области должны появиться 4 дошкольных учреждения в Твери, по одному в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, Максатихинском районе, в поселках Имаус и Бурашево, Калининского района. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет. Строительство новых образовательных учреждений в Тверском регионе ведется в рамках реализации национального проекта «Образование».